Три часа вот они ехали, потом пошла техника. И смотрим, мы вот так вот все дрожим, все буквально. Двери, мазанки же, хатки мазанные. Смотрим, и стали распределяться по домам. Вот. Идет немец, как я запомню, вот длинный, худющий, долговязый, вот такой, да, и рука, значит, это с пистолетом. Уже, они уже освоились, видишь, никто их сопротивлением никто не оказывает. Открывает пинком ногой, значит, дверь, вот открывает, зашел, вот, значит, посмотрел. И потом, значит, через некоторое время подъезжают машины, подъезжают эти самые, ну, я не помню, что там, минометы, пистолеты, я не разбираюсь, не разбиралась. Если только сказано, винтик пропадет, у вас никого не будет. Вот. И потом, значит, заселились, хозяев выкинули, мы в одной комнате жили, а они в другой, там большая у них была комната, печка, все. Значит, их к нам сюда, вот в эту комнату, и стали располагаться. Расположились, давай устраивать себе, значит, эти самые пиршества, и вечером... Слышу, поют «Вольга, Вольга, мутер, Вольга». Еще даже вот так вот на русском, так «Вольга, Вольга, мутер, Вольга». А потом на немецком. Вот. Все, конечно, там, что у них было, они у них забрали. Вот. Мы, конечно, не спали всю ночь. Ну и вот такое было. А потом тоже, наверное, не надо писать.